Слово предоставляется члену жюри конкурса, идеологу и создателю монтажной Чибис, режиссеру монтажа таких лент, как «Глухарь», «Одна война», «Ликвидация». Веронике Чибис, ваши аплодисменты! Всем добрый вечер. Очень рада, что нас так много и это так здорово. Вы знаете, у нас главный принцип на самом деле в нашей компании то, что видео — это новый язык, и надо учиться на нем разговаривать. Поэтому, несмотря на свой какой-то достаточно большой киноопыт, я очень рада, когда появляются такие классные инициативы, как кино в каких-то абсолютно отдельных, закрытых отраслях, областях, потому что это раскрывает, это налаживает новую коммуникацию, это очень здорово, это делает нас, киношников и кино, не закрытые касты, недоступные для многих людей, а, собственно, наоборот, соединяет многих классных, умных, талантливых людей, которые, может быть, не соединились, если бы не было подобных инициатив. Так что всем приятного вечера, спасибо большое. Представляется председателю жюри, специальному гостю фестиваля, известному русскому продюсеру, экс-ведущему Comedy Club, главному редактору журнала Total Football, ресторатору Арташесу Саркисяну. Ваши аплодисменты! Русский продюсер отличный, у меня сразу усы появились, Михалков почувствовал себя. Друзья, очень приятно вас всех видеть. Во-первых, большое спасибо, что меня пригласили в эту компанию. Очень интересный проект с точки зрения, что он полностью отражает вот вообще тренд потребления цифровой информации. Когда уже происходит настолько, абсолютно верно сказали, дифференциация и углубление в определенной сфере, и если плюс к этому добавить то, что язык короткометражного кино, язык доходчивый, заставляющий, с одной стороны, внимательно оставаться в одной теме на коротком промежутке времени и позволяет раскрывать некие истории, насилие, находящиеся в совершенно других плоскостях. Это очень круто. Давайте поздравим организаторов, давайте всех поздравим, что мы здесь вместе. И пожелаем большому кораблю большое плавание и все, что сопутствующее с этим большим плаванием обычно происходит. Ура! Попрошу вас остаться, вам предоставляется почетная честь перерезать эту красную ленту. Как говорится, ножницы в студию. Целая семья. Ведь автором фильма является Мухтар Мактибеков, который снял фильм по сценарию своего отца Ибрагима. Давайте поприветствуем, попросим пройти на нашу проектированную сцену. Фильм, как уже сказали, о молодом успешном сыне, который ассоциирует свою жизнь с игрой бильярд. То есть шары — это его дела. И за каждое доведенное дело до конца он забивает шар в лузу. Скажите, пожалуйста, откуда вы узнали о нашем фестивале? Мне приходит рассылка по интернету, приходит смс от клуба «Звезды». Вот оттуда и узнали. То есть вы ходите на наши показы? На показы мы ходим, ну, стараемся ходить регулярно. Я втянула в это дело мужа, первый раз я пришла сама, и мне очень понравилось, очень приятно, тепло и добро. А какие у вас впечатления от нашего фестиваля? От фестиваля? Ну, много интересного. На бильярде я сама не играю, играет муж. И по большей части я его сюда притянула. В общем, нам очень нравится. Мужу понравились фильмы? Фильмы понравились, понравился мастер-класс очень. В общем, все здорово. А как вы думаете, какой фильм сегодня победит? Мне лично очень понравился фильм «Молодой человек из Махачкалы». Вот честно, да. Хотелось бы, чтобы он выиграл. Where do we go?
сам автор характеризует как мистика, драма, ведь он повествует о молодом человеке, который следует знакам судьбы, подсыпной 8, и в конце фильма получает награду за свою внимательность. Автор фильма приехал к нам сегодня из Санкт-Петербурга. Барышников Александра, поприветствуем его! А, Александр, а что вас побудило поучаствовать в конкурсе? Ну, вообще, я как бы начинающий автор, да, короткометражных фильмов, вот, и когда узнал вот этом вот мероприятии, то, ну, соответственно, меня заинтересовало, вот. Ну, и тема бильярда, на самом деле, была, ну, в этом фестивале у меня первый раз использована, то есть я как бы снимаю обычно на другого жанра, на другие темы рассматриваю в своих фильмах, вот. Ну, и решил попробовать что-то для себя новенькое. То есть, ну, вот, решил попробовать снять что-то, связанное с бильярдом. Ну что ж, друзья, настал этот долгожданный момент, момент награждения. Давайте друг другу поаплодируем. Я бы, честно, если бы была моя воля, я бы каждому из вас дал приз. И честно признаться, я когда-то в далеком детстве, далеком-далеком детстве, я сейчас еще молод, подумайте, я тоже пытался снимать фильмы, короткометражные ролики, и у меня здесь не получалось. Ну что ж, друзья, у вас все получилось. Давайте еще раз поаплодируем. Браво! Сейчас я хочу предоставить слово, такой подытог «Соколяса книги» нашему организатору. Инга, давайте. У нас все получилось. Спасибо вам еще раз большое, что вы пришли и оценили наши замечательные фильмы. Действительно, огромное спасибо всем авторам за то, что они создали для нас настоящий праздник не только бильярда, но и кинематографа. И еще раз повторюсь, спасибо огромное за то, что так нестандартно прошли вот саму задачу, очень сложные задачи, потому что когда мы создавали этот фестиваль, нам все говорили, о, бильярд это слишком узкая тема, что никто не снимет ничего, потому что это очень трудно, но все справились, мы получили очень много хороших фильмов, лучшие из которых мы сегодня увидели, и я хочу еще раз поблагодарить всех тех, кто поучаствовал, за замечательные фильмы. Спасибо вам огромное. Большая честь поздравить победителя номинации «Зрительских симпатий» и подарить ему вот этот замечательный ки ручной работы и чехол. Ручной работы. Да. Итак, что же это? Сейчас мы узнаем. Еще один конвертик. Ожидание тоже станет победителем приз «Зрительских симпатий». И в номинации «Приз зрительских симпатий» побеждает «Legal Shot». Браво! Ну а теперь настал тот момент, главный приз. И скажу не я, а скажет Вероника Чибис. Вероника, прошу вас, нам тоже победить, тоже. Ну что, друзья мои, очень рада, что мне досталась такая честь, очень главный приз. Вы все большие молодцы. Все фильмы, на самом деле, на очень достойном уровне сделаны. Дерзайте. Я могу от себя пожелать вам очень честно от сердца, не останавливайтесь. Вот даже если вы сегодня не получите этот главный приз, пожалуйста, не останавливайтесь. Это такое хорошее начало. Продолжайте, и дальше будет еще лучше. И спасибо вам большое. Получила действительно большое удовольствие, когда смотрела ваши работы. Тревожный момент. И победителем фестиваля становится съемочная группа фильма «Игра подростков». Браво!
бы сказать большое спасибо, в первую очередь, наверное, организаторам этого конкурса за то, что вы даете возможность людям рассказать ту историю, которую они хотят, которая у них есть. Вы даете возможность выражения, и это очень хорошо. Даже мы можем это посмотреть на примере геолокации расположения конкурсантов. Это значит то, что это необходимо, это людям нравится, это людям нужно. Еще раз большое спасибо организаторам. И огромное спасибо съемочной группе, всей, которая нам помогла, нашим чудесным актерам. Ура! Мне очень понравилось, почаще бы такие фестивали, потом идей возникло очень много, мало было времени, поэтому будем ждать следующего фестиваля. Прошел очень хорошо, были очень хорошие фильмы, но вот, особенно «Игра по взрослым» мне очень понравился. Ну, желаю. То есть вы считаете, что он заслуженно победил? Да, да, конечно. Ну вы довольны, что вы удостоились приза зрительских симпатий? Да, я доволен, конечно, доволен. В следующий раз мы придем еще раз.